исследования солнца и секреты реставраторов. О самом интересном в столице в нашей рубрике «Афиша». В рамках международной мультимедийной выставки «Научный тоннель Макса Планка» пройдет лекция «Будущее исследований Солнца». Директор Института земного магнетизма при РАН Владимир Кузнецов расскажет о влиянии солнечной активности на физические процессы, происходящие на Земле и в околоземном космическом пространстве. В Московском Кремле открылась выставка «Искусство сохранять искусство». Посетителям выставки расскажут о сложной работе реставраторов. В экспозиции представлены объекты, отреставрированные за последние 15 лет. Как создать кино и внушить зрителям, что оно интересное? Продюсер Юлия Мишкинини поделится собственной практикой продюсирования авторского кино и подробно расскажет об этапах работы с международными фестивалями. Лектор ответит на вопросы о том, как найти фестиваль, который заинтересуется вашим фильмом, и как оформить документы.